Всем привет, это Гоша Грипс и проект «Первая варка». Сегодня мы определим победителя нашего конкурса, на что, который получит 4 бутылки пива и ящик переноску. Это очень волнительный момент. Каким образом мы будем определять? В нашей группе на данный момент 54 человека. Все они представлены вот здесь, и, собственно, мы их давайте пронумеруем. Уж извините, что я вас нумерую, но вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 12, 13, 14. В общем, понятно, да, логика? У каждого последовательно есть номер. Вот этот чувак 54. Теперь нам нужно получить, ну, сгенерировать какое-то число. От 1 до 54 набираем генератор случайных чисел. Вот они есть. Ну, я некоторые приложения уже смотрел, вот это мне показалось наиболее удобным. Так, здесь уже есть число 21. Ну, можно сказать, что это наш победитель, наверное, нет. Так, нам нужен диапазон задать. Диапазон от 1 до 54. 54. И давайте посмотрим, кто у нас победил. 36. Та-дам! Номер 36. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 5. Ставим интригу. 26, 27, 28, 9, 30. 31, 32, 33, 34, 35. И победителем у нас становится Ирина Неведомская, да? Совершенно верно. Поздравляем Иру с победой. Всех остальных прошу не расстраиваться. Это не последний розыгрыш. Наверняка мы еще что-нибудь разыграем и вас порадуем. С Ириной мы свяжемся и придумаем, как передать ей подарок, который она заслужила. А это был Гоша Грипс, проект «Первая варка». Всем удачи, пейте вкусно и в меру.